Прошел ровно год с последней нашей встречи. Мы снова всех приветствуем на бардовском слете «Журавлиный край 2016». Сейчас только начало, и наши участники только собираются. Завтра в 10 часов утра начнется торжественное открытие, официальное открытие нашего слета. А сегодня пока что все собираются. И по мере поступления информации, по мере приезда наших гостей, вы будете в курсе всего происходящего здесь. Мы будем вещать канал Ганцевич Инфо. Все самое интересное будет предоставлять вам. Ну а пока ждем прибытия наших гостей.